Здорово, Твич. Здорово. Здорово. Привет танцующим жопкам. Там-там-та-да-дам. Я накатил патч на производительность. Ну, не патч, точнее, а мод какой-то с Nexus мода. Сейчас посмотрим, будет ли FPS нормальный теперь в городе здесь. Побегаем, посмотрим. Привет. Какая вот. Какая она. Ну, пока... Статтеры никуда не делись, кстати. Вообще ничего не изменилось, по-моему. Хотя... Опа. Hand what back, sir? We've not took a thing. Hand them back. There's nothing to give, sir. Блин, хотел еще накатить мод на скрывание интерфейса, чтобы скриншотики делать нормальные. Но там что-то слишком сложно, там надо одно накатить, второе, потом только третье. Да, я не видел такой мод. Здорово, Скандар. Получается, ты Тарантино или что? Так, надо квест выбрать, чтобы не блудить просто вот так. Блудить просто так мы будем как-нибудь потом. Боже мой, это что все? Это все квесты, которые нам доступны, а что так много? Депульса. Внешние виды, золото. Но депульса нам так и так придется проходить, скорее всего, потому что... Где-нибудь оно будет требоваться. Ну, поэтому погнали. Не знаю, депульса, без депульса. Как мы без депульса, правильно? Куда мы денемся? Сегодня, увы, нет. Да, какое разочарование. Ну, ничего, может быть, завтра. Может быть, послезавтра. Может быть, когда-нибудь настанет этот день и... Ты сможешь себе позволить набухаться в слюне. Так, а где это задание-то, на которое нам нужно идти? А, нам его самим надо найти, что ли? Понприн. Привет, Бонни. Как у тебя сегодня настроение? Так, ну тогда награды, награды. Ну, хочу новое заклинание. У-у-у, черти где. Хогвартс. Так, я забыл, как переключаться на карту Хогвартс. Не отверните меня назад. Я еще не привык к настройкам геймпада. Так, какой из них-то? Вот это? Она тебя попади на провер. Очка. Провер, очка. Вот это вот, нам сюда. Ща куда-нибудь поближе телепортнемся. Сейчас выберем point какой-нибудь близко. Близко, куда нам нужно. Блин, что-то внизу ничего нет. Все вверху. Вот это вроде внизу. Поэтому погнали. Приветики, приветики, Маш. Привет, Энди, привет. Привет, здорово, здорово всем. Вот сильно болит горло... А так все хорошо, ты как, блин, выздоравливай давай. Я норм сегодня, вот, почти доделал одну работку и... сейчас вспомню, как здесь заклинания меняются вообще. РТ, ага, ага. Да. Стример, ты куда алерты дел? В смысле? Какие алерты? Никуда не девал, все есть же, нет? Он обязательно станет, я обязательно выживу, я верю в тебя, ты сможешь. А где? А нет, да?
Так, а почему они работают? А, озвучка работает, да? Так, Кеква. Блин, а что сломалось-то? Я ничего не делал. Ну, я так понимаю, надо просто рута, наверное, перезапустить. Так не хочется. И, блин, игру, наверное, надо будет закрывать после того, как перезапустишь, скорее всего. Сейчас еще проверю кое-что. Файлы-то вроде там же лежат, по идее. Все должно работать нормально, поэтому... Так. Так. Тест. Ага, все-таки работает. Так, хорошо. А что не работает тогда? Значит... О, какая-то новая галочка появилась. А всегда она была? Метки. И озвучка, да, работает сообщений? А алерты не работают. А почему? Вроде должно все работать по логике. Может быть, дело в командах Твича? Хотя нет, они отправляются же. Видимо, что-то с API Твича, либо с API этого. Рута не, потому что, ну... Типа, сами алерты работают. Я не знаю. Ну, сегодня не работает, значит. Забить. Ой. Щит! Я теперь буду озвучивать эти алерты. Может, мне что-то замьючено? Да нет, вроде бы. Ага. А это вообще не работает, да? У меня OBS вообще, да, отказывается какие-то звуки посылать. Понял, значит, дело в OBS. Хотя, при чем здесь OBS, я не понимаю. Да нет, все работает. Я не знаю, почему оно. Ну, вот у Stream Elements, возможно, эти работы технические, они письмо присылали. А что, рутинг-то не работает? Настя, спасибо большое за подарочную подписку для Чупанибрей. Блин, ну, хз, ребят, хз. Может, профили переключить? Не работает. О, а нет, не его. Я не знаю, сегодня без алертов. Озвучивай сам, чё. Я знаю. Подарочная подписка... Сейчас буду сам озвучивать. Подарочная подписка от N4ST3N для Чупанибрей. Итого 160 подарочных подписок на этом канале. Здорово всем, с кем не здоровался. Лекс, привет. О, заработало! А, не понял, а почему твой алерт работает? Спасибо за 8 месяцев. Чё за фигня? Убивает 8 демонов с БФГ. Всем привет. Один привет! Алло, Stream Elements, ты выборочные посылаешь алерты или что? Охреневший вообще. Через один сервис. Один алерт работает, второй не работает. Хайповоз, ну... Да хрен с ним, забейте. Нужен вам этот хайповоз. Я вон алерты уникальные для игры сделал на донаты, а никто не донатит. Все сапки дарят. Нафиг вам этот хайповоз сдался. Ой. Лучше скажите, как на метлу сесть.
Я вот что-то бегаю, и мы же обучились на метле летать. А я не вижу, чтобы ее можно было использовать. Безумный смех. Так, погнали. Что там опять за драма в чате? Так, сюжет. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Ну скажи, где на компе, я поищу кнопку. Crippa tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Жесть! Мы что, сейчас крипту будем покупать? Ну, пойдем в крипту. Блин, ну да, метлы у меня нет, скорее всего, из-за этого. It's well disguised. Ну, странно, меня обучили, а какую-то базовую не дали. Ну, ладно. Ревелио. О, крипта. Ну все, входим в крипторынок. Кого с Дискорд канала? Че, мистер Секрет ливнул с Дискорда? А ему подписки дали, жесть! Не скоро вернусь я домой. Вот теперь работает. Наська, спасибо за подарочный подписку мистера Секрета. 160. А, боже, все озвучил. Блин, я весь сюжет прослушал. Нам надо было, наверное, сначала поболтать, а не вот эти игры играть. Хайповоз, да хайповоз, что ж, осталось 1.5 минуты, минута 20 секунд до завершения первого уровня, я так понимаю, да? Блин, сейчас я его разверну, посмотрю. А что-то ничего не показано. А какой у него? У него уровень даже нет, что ли? То есть его надо еще запустить. Блин, он еще даже не запущен. Оно вам надо? О, пошла жара. Настолько давно никто не пользовался этими битцами, что там даже алерт громкостью ниже нуля. Спасибо. А что-то, видимо, от разных людей, может быть, надо. Я не знаю, что-то они запускаются. Твич заскамил просто... Да, Твич тебя заскамил, не дает галочку. Ревелио. Кек вы. Так. А что это за шипение еще? Что-то еще скрытое здесь есть. Или нет? Непонятно. Ладно, пойдем на квест. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? Не слышу паровозы. Все, скрылся? Не дал вам запустить хайповоз, Твич. Заскамил. Жесть. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The gaunts are full of secrets. Что, вновь, что ли, Маш? I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the four founders of Hogwarts.
obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Ничего себе, у тебя подготовка там, понял, все хорошо, хорошо, спасибо за вкладочку тогда. Удачной подготовки тебе к работе. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught. Опа, а где алерты? Да что сегодня с алертами? Так, ну-ка заткнись, заткнись. Я заткну. А где? Че там по донатам чат? Уникальную говоришь? Нет, че-то сломалось. Подожди, а почему? А почему? А почему? А почему сломан это? Да что такое-то? Работало же все, проверял. Ясно, и тут скам. Сейчас, подожди, я починю и повторю. Да ты подготовлен. Так я так все работало, я же проверял, говорю, все работало. Причем тут я-то? Я здесь ни при чем вообще. Так, группа, ага. Ага. Угу, ну да, ссылка верная. Что ж такое-то? Так, ага. Ага. Так. Ну-ка еще раз. Алло, Donation Alerts. Ну-ка, ну... Да там вообще ничего нет, я не знаю. Что-то сегодня вообще все поломанное. При том, что все поломано на стороне серверов. Я не знаю, в чем дело. Скам, просто скам. Сейчас проверю еще раз. Так. Ага. Ага. Так. Ага. Ага. Ну и в чем дело? Хочу все сразу, чтобы... Да почему? Чтоб заседать на золотых унитазах. Да почему не тот? Там по донатам, я другую выбрал. Вообще не работает. Говна кусок. Ля, ну и дерьмо. А что с ним не так-то? Группа 3. Копировать. Контент успешно скопирован. Ну. Вставить. Окей. Donation Alerts. Повторить. Господи, на экране. Блядь. Да. Чё-то я... Осуждаем. Я для кого? Я алерты-то для чего делал? Чтобы ничего не работало? И вообще на экране... И вообще на экране ничего не показывается. А, может быть... Я знаю почему. Может быть, я знаю почему. Может быть, я знаю почему. Я сейчас починю. Я не знал, что их нужно вырубать. Я думал, группу отдельную встаешь, суешь, все. Может быть, поэтому... Ща. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка. Во! Звук. Че там по донатам, че? Уникальную говоришь? Громко-то, мои ухи. А сколько там была обычная громкость?
Я особенный. Да, ты особенный. 40. Сейчас 40 поставлю процентов. Лекс, спасибо за 300. Мы все оглохли только что. Сейчас убавлю, сорян. Сохранить. Звук. Сохранить. Я не знаю, но 40 должно быть нормально. Можете протестить еще раз. Я, кстати, я в минусах по донатам до сих пор, даже при ваших вот этих вот донатах, но я заказал кое-что для стримов. Одна из этих штуковин это... Я не расскажу вам. Вот как придут, так покажу сразу. А пока не буду рассказывать. Вот, так что я хоть и в минусе, но я уже что-то заказал наперед. Вот. Еще из новостей хочу вам рассказать. О том, что я забыл, о чем я хотел рассказать. Забавно. Сейчас вспомню. Бля, забыл просто. Нет, я знал, но я забыл. Я вообще не помню. Все, у меня мозг сломался. Ладно, давайте дальше. Погнали. Надо что-то сделать в игре сейчас. Ага, ладно. Ага, да, вот. Второй уникальный алерт. Блин, они в рандомном порядке, но вам что-то везет. Вы уже два посмотрели из трех. Какого хрена вообще? Почему они так быстро открываются, палицы? Спасибо огромное, Настя, за 500 рубасов. Скоро... Ладно, я не буду рассказывать вам, что там скоро. Еще что-то хотел сказать, что я протестил что-то и что-то забыл. Все, не помню, забейте. Ладно, когда-нибудь вспомню что-нибудь, расскажу вам. Когда-нибудь что-нибудь расскажу, если что-нибудь придет когда-нибудь в голову, если что-нибудь вспомню. Что от меня требует, объясните мне, я все прослушал. Наверное, поджечь? Это я умею, наверное. Или нет? Он же меня не научил новому заклинанию. Чё он хочет от меня? N4ST3N на таблетке надо было донатить. Да. На таблетке реально надо. Новый перк. Да где? Я же открыл. Нет новых перков. А, или подожди. Вот он. Экспеллиармус. Нет, подожди. Экспеллиармус у нас был. Конфринго! Все, нашел. Так, огонь. Что у нас делает Экспеллиармус? Выбивает оружие. Ага, понпринг. Блин, надо будет, короче, место освобождать здесь, наверное. Все. Не туда, не в ту сторону. Все, новое заклинание работает. Нормально чувствую себя. Блин, ну конечно, то, что сегодня все алерты поломались, это говно-говна, я не знаю почему. Чтобы среди зомби не быть, надо зелень наварить. Ить и наварить. Что это такое вообще? Откуда ты это взял? Это ты сейчас придумал? Так, все, накладывали, колдуны. Слушайте, а FPS как будто бы реально постабильнее стал. We singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell. Попробуй, мистер Секрет, страничку обновить там или приложение перезапустить из телефона. Бывает такое, наверное. This is exactly the type of magic I've been hoping. Ладно, сейчас приду в себя, все расскажу. Если вспомню. Although I didn't tell Anne and Ominous about every one. Да мне кажется, все уже игру прошли, пока я вот селюсь. Я думаю, может, стримы до 12 продлить. Perhaps when I next head to Fellcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck. Продли.
не все довольны будут. В частности, мой сон будет недоволен. Я буду ложиться теперь не в 3, а в 4. Засыпать точнее. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found. Помог перезапуск приложения. Ну да, это чаще всего работает. What did it have to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Ну вот, мистер. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key. Сейчас пойдем метлу покупать. Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. Я расскажу тебе правду. Я пока не могу тебе рассказать все. Хотя, блин, это же Себастьян. Себастьян — это же тот чувак, с которым, да, я которому доверяю. He promised to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret undercroft. Это же вначале он был еще какая-то не Нера или какая-то такая, да? И с ним я подружился. Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that. Всегда, в смысле, в этой игре всегда, и когда всегда. В этой игре, да, обычно нет. Sort of That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does this allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Короче, сейчас. Сейчас нам дадут поговорить. Короче, я докатил наконец-то на нашу пещерку до того уровня, на котором она была на движке 5.0 на Unreal Engine. Плюс я научился добавлять картины как в Хогвартсе. Только надо будет поверх еще фильтр какой-то наложить. Вот, так что мы теперь тоже можем делать видео-мемы или какие-то гифки, картинки, короче, и их вешать на стены. Вот, держу в курсе. Ну как, научился. Надо еще научиться конвертировать видео в нужный формат. А так, в принципе, наши мемы теперь могут быть... Пандвардс, да, можем делать свой Хогвартс, hello, короче. Ой, а куда камера-то полетела? Oh, ominous, нас так мало, а сколько нас? Я просто не смотрю на счетчик. 11, ни хрена себе, мало. Ты видела количество зрителей в последнее время? 4, там, 5, 6. Блин, было бы классно хотя бы одного персонажа сделать по типу Сидоровича в нашем проектике, чтобы он разговаривал, его кто-нибудь озвучил. Мне показалось, Себастьян случайно попалась. Да не его дело. С ним мы не будем говорить. Честно не будем говорить. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? Можно я в вас нос подышу? Я могу озвучить себя. Но тогда надо перенести тебя в игру, в наш. I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Да, мы... Чё, нам незачем рассказывать. Так, все, надо запомнить, не рассказывать никому про комнату у крипты. Какой он токсик! Вот, еще у меня не было времени перенастроить микрофон. Как вы могли заметить? Мне кажется, очевидно, что у меня бустанут слишком громкость, поэтому я немножко убавлю и скоро перенастрою. Обещаю, скоро перенастрою. Обещание помогает мне. Хорошо, могу камеру включить. Глаза Токсика нравятся?
Мы ему выколем их. Ладно, оставим ради тебя, оставим. Хорошо. Хотел выколоть до этого, ну ладно. Теперь не буду. Дзинг. Не нравится. А, не нравится. А, блин, не заметил. Тогда выколем. Без базара вообще. Скажи, Омниус, ты знаешь, что такое пеггинг? Что-то с сложным. Давай, давай пояснение, Скотт. Это кто? Это кошка? Собак? Кто это? Так, то самое зеркало. Так, стоп, мы не отвлекаемся на сайды. Мы сайды потом будем выполнять, когда будем гулять, чилить по этому миру. Сейчас мы идем по основному квесту. Основной квест у нас что? Основной — это выручай комнаты. Все так же Хогвартс, пешком дойдем. Пам-пам-пам-пара-пара-пам. Вот, накатывал, полазил по Nexus моду. Короче, посмотри, что там есть. Накатил сначала конфиг. Просто отдельный файл. Просто настройки через конфиг для игры. Не особо помогло. Хотя не знаю, может быть, и помогло. Может быть, немножко меньше статтеров в игре теперь при стриме. Картинка вроде не изменилась, нифига. Дальше накатил мод, который прям инсталлером устанавливается от какого-то студента. Ну, не знаю, я тоже ничего не заметил. Но вроде бы, слушайте, вроде бы постабильнее стало. Что еще вам рассказать, пока меня не было? Мы с вами виделись 3 дня, ребят. 3 дня стримов не было. А почему 3? Воскресенье, понедельник. Ну, считайте, 3. Или около того. У вас что произошло за это время? Воу. Жопа стала. Прям жопой. Правда, по игре этой жопе 15 лет. Так, да не знаю, просто это просто леггинсы. По игре. Это вообще выдуманная вселенная. Давай так. Возможно, это вообще не люди. Кто знает, они просто похожи на людей. О, здрасте, призрак. Да тут больше, чем она весит. О, шутка старая. Профессор Уизли? Кто мне что даст? Это игровой персонаж. Че вы мне сделаете? Я еще в другом городе. Ой, простите. Честно говоря, мне тоже форма не особо нравится. Какая-то она слишком натянутая. Вот эти вилка вот эта. Для мяса, для утки. Мерлин's beard. I see you've wasted. Вон она, Мерлинова борода. Well done. Shall we? After you, professor. Простите. Ну вы знаете, вот эта вот вилка двойная, которая для мяса. Ой, что я себя отворубил? Only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? Deke? You must have sneaked past and gone ahead. Deke? О нет, профессор? Мы будем Дик искать в темноте. 15-летняя и бабулька ищет Дик в выручай комнате.
Почему это так странно? На ощупь. Да, света тут не так, не то чтобы много. Ревелия. Красиво, очень красиво. Чем старше, тем сложнее найти Дик. Откуда ты знаешь? Ты что, любишь пожилых мужчин? This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Удачи найти. Шоу, найди свою любовь. Найди свой джиг. Нам нужна гачи-версия. И вообще нам нужен этот. Как они называются, скажите мне? Эти штуки. Джингл. Джинглы на радио. Котика уходит в лурк-мод. Мое почтение. Мы в последнее время не против луркеров, учитывая, сколько у нас зрителей. И какой у нас активный чат. Знаете, мы только ищем луркеров. Поэтому если вдруг... уходили раньше со стрима, потому что здесь невозможно было луркерить, то теперь у меня умирает горло. То теперь добро пожаловать. Чё от меня хотят? Я все прослушал. Ну, то есть... я прослушал, ребят. Чё делать надо? Ревелия. Инсендио. Это опасно, конечно. О, Экспеллиармус, возможно, подойдет. Не, не подойдет. Не подойдет. Я все заклинания испробую. Черт. Облачко наколдовать. А, новое заклинание. Блин, я что-то провтыкал в чат, прозаговорился с вами. Новое заклинание. Окей, 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 еще найдем. О, облачко, реально. Блин, придется еще один сет покупать. Спасибо. Лунный камень, дай мне призмы. Силы, лунная призма. Черт, все перепутал. Так, все, я внимательно за сюжетом слежу, а то опять начинаю пропускать. Где этот эльф? Ух ты, сюрприз. Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. О, она там тоже что-то нашла. Точнее, не что-то, а рюкзак. Take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own till we locate Deke. Я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем мой. Если захочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Т. А, так это ее возлюбленный, наверное. Ну, как раз тот, кого мы ищем. Хорошо, вообще без проблем. Я, мои горло, о нет, мне придется вас забрызгать. Ух ты. А, простите, простите, они спят здесь, извините. Как однажды сказал сама Роулинг, только представьте, как возросли продажи книг, будет Гарри более креативен со своей палочкой. Оу. Ну, фанфики же не продаются особо, поэтому не думаю, что сильно бы изменилась ситуация. Так, ага, притянуть надо. Блин, ну, мне нужен еще один сет, иначе мне придется делать вот так постоянно. Вот, вот так, вот так. Ух ты! Ревелия. Так, угу, угу, угу. И что? Ага, вон еще что-то лежит.
Понял, принял. А как туда добраться? Наверное, так же. Нет, кстати, нет. Хм. А, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Так. Угу. Не повторяй за мной с горлом. Блин, так это ты меня заразила, получается. Ё-моё, через интернет можно заразиться. Вот в чем дело-то. За что... Что я сделал? Зачем я сюда залез? Ага. Ага. И что? Чушь какая-то. Нет, это не так должно работать. Акио. Хочу этот мешочек с золотом. Это было в контексте беседы по популярности книг 50 оттенков серого. Вроде как они превзошли по продажам Гарри Поттера. Что? Серьезно? Люди реально больше покупали это, чем... Ага. Чем Гарри Поттера? Офигеть. Ну вот и сейчас-то сделала. А-та-та, а-та-та. Чё от меня хочет игра? Другое заклинание, наверное. Куда вот используешь? Люмос. Люмос, люмос, люмос. А как мне забрать вот эту штуку, интересно? Да вижу я свечка, вижу, вижу. А что мне с этим делать-то? О! А чё, так можно было, что ли? А, просто можно шмалять, и оно упадет по физике. Я сделал клип, но потеряли его и не смог скинуть в Дискорд. А ты в Дискорд вернулся уже? Блин, какое у тебя переменчивое настроение. Смотрите, смотрите, ребят, сейчас вас научу. Вы офигеете. Этот секрет показывают только на моих вебинарах, которых записаться стоит 5000 рупий. Смотрите, сейчас кое-чему вас научу. Так, заходим на Twitch. Заходим на Twitch. Смотрите, сейчас покажу. Запоминаете? Запоминаете сейчас? А, так, кто заорет сейчас как? Смотрите. Заходите на Twitch. Потом жмете справа сверху. Видеопродюсер. Записываете? Дальше клипсы. И вот здесь клипы, которые вы создали. Тут случайно созданных клипов до жопы вообще. Все, что вы когда-либо создавали, находится вот здесь. Если вы случайно мискликали, то оно тоже там. Поэтому, если что... Если что, ищите там все клипы, которые вы сделали. Там можно их удалить, переименовать и все такое. Я знаю, что многие не знают, где это. Шок-атент, да. Че потерял? Так, продолжаем, продолжаем, продолжаем облачки пускать. Game Hogwarts. О, нет. А че у нас? Названия не было, и... Еще и названия нет, да? Ё-моё, я в воскресенье забыл, видимо. Офигеть. Поджащатель называется. Ну ладно, ладно, ладно. Бывает. Так, что мы здесь пропустили? Ящик мы смотрели, монетки собрали, пойдем дальше. Вы что, все приболели? Ты алерты настраивал, игры пока особо не было. Ну, блин, это все равно в запись пойдет. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Блин.
Да, когда тебе комната приказывает. Это как-то даже унизительно. Ух ты, красиво. Ничего здесь больше вокруг нет? Идем. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Что не вижу? Моя палочка длиннее. Кстати, скоро возможно будет использовать смайлики Твича в названии стримов. Сейчас там просто каппа написано. А Твич готовит обновление уже. Не, ну по факту же, поэтому нормальное название, я считаю. Ну чё, сегодня заколдуется? What was that? Was that a golden snitch? Golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Картина? Собраться с мыслями. Обязательно соберемся. Я также на духовых играю. Так, я могу? Не, не могу. Ревелио! Стримус запускатус, стримус паламатус. Блин, тут что, головоломок насовали по основному квесту? Мне что, думать надо, куда что подвинуть, куда залезть? Вы что, хотите, чтобы я думал? Алерты работус, но это не моей компетентус. Почему-то алертус не работус. Я не знатус, как это починитус. Все мои заклинанус уже испробовус. Что за кнопочка там появляется? Ревелия. А, дурак, неумный. О нет, а можно же отталкивать, да, наверное? Можно тем самым заклинанием другим. Блин, а этим не оттолкнешь. Можно вот этим, наверное. Или не этим, вот этим. Ничего не работает. О! О! Давай через стену его. Изи. Дэдпульса. Это надо ставить, выбирать. Точно. Я помню, что было какое-то заклинание отталкивающее. А что-то поискал? Нет. Ну ладно, думаю. И так можно проявить смекал очку и достать без того заклинания. I hope that house elf can find us in here. Опрокинул и притягиваем достал. Ну я вот типа того же сделал. Смотри, потерю кадров. О, 1200 кадров потеряно. Ну это 0,06%. Да, слушайте, есть такое. Что-то дропалось. Я не знаю когда. Возможно, ну возможно сейчас. Телепорт? О, шмыга! О, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room. Маленький морщинистый Дик. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. В смысле грязно, его же комната заставила помыться. Like I did.
Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't... Не, ну вы видели? Вот это кадр. Upon it by accident, if ever. Deke seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Это Чебурашка после 3 лет употребления героина. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk. Стол определения превосходно. Сейчас мы определимся. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Вы разблокировали стол определения. Используйте его, чтобы обнаружить любые скрытые магические свойства неизвестного снаряжения, которое вам удалось найти. Круто, круто. Так, идентифицировать. Ё-моё, как красиво. Нет неизвестного снаряжения. А, все. Просканировали. Так, ну и что у нас там по одежде? Так. Где вообще у нас одежда-то? Инвентарь? А, снаряжение. Перчи. 27! Ё-моё, какие крутые! 14 уровень защиты, да. Надеваем однозначно. Правда, надо внешний вид им поменять теперь, как и каждый раз, когда ты подбираешь какую-то шмотку. Ох, это задалбывает. Так, что мы там еще подобрали? 23, 24, 12. Это все надо попродавать. Опа, нормас. Эй, верните нам нашу одежду. По-моему, вот это. У нас, кстати, новые палочки для палочки, для новой рукоятки, для палочки пооткрывались когда-то. Я даже не заметил, когда. Я есть гном. У меня рост-то сколько? 1.60 м. Котик, а сколько ты ростом? Дымоход, столько, сколько стоит шмот. Это из разряда роликов на Ютубе, типа, поясни за шмот, сколько это стоит. Блин, никогда не понимал прикола этих роликов. Вот в чем кайф? В чем фишка? Что здесь еще есть? Так, сохранялка, телепорт. Не разблокирует, спасибо. Обидно было за 160. Ты тоже 160, да? I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes.
the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Скот, ты нашел, что вспомнить, да. Так, ускоряемся. 165, ну блин, это уже не 160, как минимум. Very good. When conjuring more complex objects, you'll ты нормальный рост, чё вы? И это просто шутка, если что. Про гномов. Можно через А открывать. А, это на клавиатуре надо открывать. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, мы не будем. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Чего исчезать предметы? В смысле? Something I've already conjured. You can indeed. N4SP3N, я просто до клавиатуры не достаю. Аленький, маленький. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plots and brew potions in class. Так, вопрос. Вопрос. Она говорит, такие же столы у вас в школе. Нафига сюда ходить? Во-вторых, что у меня сегодня с башкой? У меня еще какой-то вопрос был, короче. Просто знаете. I don't have anything for this at the moment. Ревелия. Наколдуйте стол для горшков и стенд. Здесь, что ли? А почему не в школе? Нафига здесь? А как? Хоть научила бы. Ну, давайте посмотрим. Я не знаю. Я хз как. Заклинание поставь. Там было такое? Пилгрим и вообще. Неправильно да. Смеяться над людьми с маленьким ростом. Надо быть выше этого. О! А, подождите. Что? Испуг... Ну-ка, попробуйте активировать что-нибудь. Кто там испугался, я не понял. Вот сейчас не понял. Кто куда пугался? Не работает. Опять заскамил на 310. Я хз, ребят. Я не знаю, что с этими алертами. И мне нужен еще один, одна полоска этих штук. Штук. Ну вы поняли, штук. А, как быть не тупым, Паш. Так. Коллекции. Нет, не коллекции. Испытания. Нет, не испытания. Испытания, да. Исследование? N4, да. ST3N, таланты. А, спасибо. Я сегодня мега тупой какой-то. Вообще невыносимо тупой. Так, ключевые, наверное. Двоечка. Угу. Угу. Блин, тут придется все равно что-то прокачать. Удерживая кнопку уклонения, вы можете быстро исчезнуть и снова появиться. Ага, а это что? Хватает и бросает оружие врага. Ну, я так понимаю, такое заклинание, которое у нас уже есть. Наверное, усилим, ладно. А, стоп, уровень 16. Это я тупой, это просто уровень. Я потратил зря очки. Ну, ладно, пофиг. Пофиг. Вообще пофиг. Так, поехали, значит, верхний. Верхняя у нас будет боевая, допустим. В боевой мы можем людей поднимать. Дальше у нас идет исследовательская. Это вот
Это. Вот это. Пусть будет это пока. И идет какая-то непонятная тучка. Строительство, все остальное. Вот это не пойми что. Ну и пусть это будет. Еще раз. Так, поехали, значит, строить надо, да? О, ни хрена себе. Предметы использованы для приготовления зелий. А, выбор столов простых и декорированных. Так, понял, принял, хорошо. А, средства для содержания. Зачарованные предметы, которые можно использовать в выручай комнате. Предметы, используемые для выращивания растений. Так, ну, поехали, наверное, с этого начнем. Стол определения. Так, а он не нужен, потому что у нас же такой есть, да? Типа, у нас стол определения есть. Зачем его еще один строить? Правильно? Правильно. О, что это такое? Почему картины стали выделяться? О! Я разбираю, выручаю комнату. Зачем? Идиот. Хотя мне картины не нужны. А лунные камни нужны. Я сейчас разберу всю комнату. О, так это можно и этот разобрать. А, стол. Так, я вам кровосися, поэтому... Мне это не нужно. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Ой, добери уже с собой метлу. Полетели на шабаш. Кстати, да, хотелось бы уже. Ладно, сейчас сначала столы построим. Маленький готический стенд для зелья варенья. Чем он отличается от электричного стенда для зелья варенья? С одной горелкой, с одной горелкой, с одной. Там типа баланс есть, то сколько можно строить? Ты бы поставил сейчас по заданию. Выгнал бы тетку и строил бы дальше. А, хорошо, хорошо, хорошо. А что мне там надо построить по заданию? Ой, что-то мне сегодня прям некомфортно, неудобно все. Так, что нам нужно? Для горшков и зелья варенья. Хорошо. Спасибо за совет, потому что да, я бы сейчас накосячил, потом пришлось бы фармить. Так, зелья варенья. Я не вижу в них разницы, они все для одного... Для с одной горелкой... Они просто выглядят по-разному. Ну, самый красивый, наверное, вот этот. Да ведь? Ля, его тут куда угодно можно ставить. О, прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. А, вон их можно выбирать, смотреть. Готические. Ну, мне, наверное, больше вот это нравится. Хотя как... Сложный выбор. Я не знаю, опять заставляют, что-то мучают. А чё, я не понял, вращается-то он как? А, угу, хорошо, хорошо. Так-с. Построил. А, изменить цвет можно было, ёб твою мать. N4ST3N у тебя. Что? Что, у тебя здесь? У тебя здесь он. Блин, это я у нового, дай мне цвет. Я хочу золотой. Как мне измениться у этого? У его, у того. Блин, как? 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 Я сделаю вот так. Надеюсь, мне столько же лунный камень 2. Я, кажется, накосячил, да? Да нет, слушайте, а отбирательство стоит столько же, да, по-моему? Лухарь золотой. Ну ладно, это желтый.
Не, уже можно. Просто вопрос был в цене. Обычно, когда разбираешь, тебя бабок дерут больше. Слушайте, мы же покупали рецепт для горшков. Где он? Так, и что там еще надо было построить? Я забыл уже. А, стол для горшков. Ага. Что из этого? Вот оно? Столы? Я не знаю, это оно или нет. Но вроде бы да, больше столов нет. Ни хрена себе столище. Столица, я бы сказал. У меня все будет желтого цвета, не знаю почему. Я не знаю, как Verizing не играл. Я надеюсь, что я то, что нужно, построил. Хотя... Черт, я не то, что нужно, построил. Я просто стол зачем-то построил. Твою мать. Пуффендуйская? А, ну и нормально. Я думал, они просто по цветам различаются. Ну, пусть будет пуффендуйская, мне не жалко. Ну, да, прикольный. Блин, надо все, наверное, в одной стилистике-то делать, да? Давайте в одной стилистике бахнем. Блядь, цвет забыл изменить. Заткнись. Заткнись. Shut the fuck up. А, не могу цвет выбрать. Это что, Sims? Блин, действительно пахнет Симпсом. Я опять ее прослушал. А, нормально, она сейчас что-то скажет. Да блин, дай воды попить, игра. На секунду не дает отползти. Хотелось бы узнать больше о Дике. Заклятие можно использовать где угодно. Так. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Ты кого животным назвал? Ты? Алло? Эй, ты кого? А кого там животным назвал, а? Блин, не дадите рекламу, черт. Я так хотел. Ой, когда уже? Ну, сколько можно? О, нет! Да почему так легко? Почему так легко здесь все стереть с лица земли? Где там этот был исследовательский стол? Стол определения. О, оставь его теперь перекрашу. Он теперь желтенький будет. Чего? Момент? Для чего? Для трансфигурации? Обязательно. Тут слишком все легко убирается. Ковры! А можно на стену повесить? Ой, ковры на стену не вешаются. Нахрен нужен вообще? В проход не положить, на стену не повесить. Кстати, вы знали, что есть еще команды у Найтбота? Я, правда, не помню, какие. Руина. ФПС. Что-то еще было. Точно помню, что еще было.
А, PC, да, тоже команда была. Точно, точно. Смотрите, ковер накладывается как. Вау. Черт. Все время про цвет забываю. Так, сменить... Ой, сменить размер. Размер? Погодите-ка. Погодите-ка. Я что, могу здесь положить огроменный ковер? А почему вы об этом не говорили? О, ни хрена себе! О, какой коврик можно положить. А, кстати, мат. Да. Жесть, всего 4 раза. Но я культурный. Команды горло болит. Нет, еще команда Subnautica. Это прям супер старый локальный мем. Уже никто не в курсе вообще, о чем он. Цвет забыл поменять, сука. Какое неудобное здесь строительство. Разнесу всю эту выручай комнату сейчас. И нельзя крестовиной переключаться здесь. Для меня какой-то челлендж поставить ковер. Стрим? Это что такое? Is currently live playing Hogwarts Legacy with... Years. Нифига себе, не знал, что такое есть. Ты уж не... Нет, такой... таких команд нет, но мда тоже нет. Так, цвет изменить. Чуть не забыл. Малой, кыш отсюда, ковер надо постелить. О, можно свои платьица здесь повесить. Вау, готический манекен ведьмы, хочу. А можно на нее ведь будет костюм повесить, да? Что это такое здесь? А, боксы эти отображаются. Блин, я опять цвет забыл поменять. Да что ж такое-то? А, с ним нельзя взаимодействовать. Ничего нет. Так я знал, что номада нет. Номад выдуман. Так, ладно, все, хватит развлекаться с этими комнатами. Пойдем отсюда. Что-то надо горшки поставить, наверное, вариться. Так, хилки в первую очередь, конечно же, если есть. Угу. Выход, одна бутылка, а вход. Панда с пуффиндуй, ясно. Но я просто подлизываю пуффиндуй, видимо. Листья этого растения бадьян, сладко. Ага, можем выращивать бадьян, который... Что? Из которого делаются хилки, наверное. Понял. Короче, хочу, да, хочу... Хочу, вот, хочу, хочу. Что там, колбаска? Колбаска, привет! Тут палочкой мерится. Да у меня больше, какой смысл мериться? В это вообще не имеет никакого смысла. У меня палочка... я не помню, сколько дюймов, но она здоровенная, у тебя столько не будет. Надо брать на 3 конфорки. Пока 2 оставшись заряжаешь, первая сварилась. Ну, да, конечно, было бы круто, если бы они максимальные были, но... Вуях. Так, нам нужны остальные квесты. Вуях, у нас нет пока рецепта. Слушайте, это квест внизу. Просто пойдем пешком. 12 метров вообще. Та-та-та-там. Будем на вертеле вообще жарить? Или на костре зелье варить? Че, мы не ведьма, что ли? Колбаска! Как дела у тебя? Че ты там делаешь вообще? Как живешь? Чем отдыхаешь? Все, комната скрылась.
Вот, можно же ковер на стену повесить, смотрите. Чего там такое? Нам подлизывают. О боже, вы хотите разогнать эту тему, вы уверены? Че это такое? Опу, как красиво. Чел. А ты чем здесь занимаешься? А ты ведьма, что ты здесь делаешь? У меня такое же заклинание, кстати, есть. Ну ладно. Вообще не реагирует никак. Просто насрать вообще. Что я делаю здесь? Колдую, не колдую. Сжигаю половину Хогвартса. Плевать. Всегда есть реперио. Опа! Сейчас я найду нужный набор. Ко мне. Одна из 25. Боже мой. Только не 25. Это слишком много. Так, меня что, колбаса опять игнорит? Офигеть. Надо ему выписать леща. За такое. Ау. Я же себя забиндил бегать быстрее. На другую кнопку. Какие-то бани спустились. О, бабочка! Так. Так, стоп. Бабочка, это значит, что зеркало, правильно? Так, веди нас. А ку... Ё-моё, а куда? Хороший вопрос. Обычно это работает по-другому. Обычно ты по картине приходишь туда, куда тебе нужно. Ну, там вроде не пройти. О нет, бабочка отвалилась. Черт. Так, хорошо, теперь мы знаем, что здесь есть бабочка. Не думаю, что далеко находится то самое зеркало. Где-то здесь, рядом. Блин, нет, не надо отвлекаться. Это все потом, после прохождения сюжетки. Игра опять меня байтит на то, чтобы я ходил всяких светлячков собирал. Это все потом. Подождет пока. А куда это она нас ведет? А, в аудиторию. Ой, что-то засмотрелся в вас. Здрасте. Ой. Из-за страха. Колбаса! Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did. А, я же вам не рассказал про письмо. Like he said. And there are all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Ой. Что ж, идем. О, нас любезно сюда переместили. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him.
How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Oh, Peeves. Intrepid travelers, the both of you. Опять этот фонтанчик говорящий каждый раз пугает. To think it was beneath us all this time. Неужели в них не было духа приключений исследовать Хогвартс, когда они сюда прибыли? Мне кажется, все студенты здесь учатся, а она просто из-за того, что балбесничает, ходит, все изучает, она единственная, кто вообще знает, что здесь происходит. Троечница. А, про письмо-то, про сову. Мы с вами как-то стрим закончили. Я сохранился, вышел, потом зашел перенастроить управление графику. И там письмо в комнату в нашу, сова прилетела. Доставила нам письмишко. Вот, собственно, все, что в письме, вам сейчас только что в катсцене рассказали. Map. There's Hogsmeade. And over here... Forbidden Forest, and of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Кому это он? В смысле, мы этого не видим? Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal, as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, жена. My young friend. See now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of four trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey, and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section... Finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. Да, часов сто. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts.
We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. У нас пока что вырисовывается два друга в Хогвартсе. Это профессор Фиг и Себастьян Селлоу. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Телефоны куда? В потусторонний мир звонить? Хотя в этом мире почему бы нет? I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going. Сейчас обязательно мы пойдем, нас кто-нибудь спросит, а куда ты идешь? А что ты, а меня с собой возьмешь? Ни хрена себе 1600 метров. Ну, это карту открыть обязательно. Это тут без этого не обойтись. Мессенджер-сова. Это, вы знаете, есть же этот аналог Телеграма российский. Как же он называется? Там том-том, том-ям, ям-том, тум-тум, тим-тям. Короче, как-то так. Там-там, по-моему. О, что? Чат. Нет, нет бжж. Вы слышите? Да ладно, нет бжж, когда я касаюсь микрофона. А что за магия? А? Чат, я вас обнял. Боже мой, я прям мацаю вас, и нет бжж никакого. А что это такое? Почему? Так. Так. О! О! А! Клавиатура! Ё-моё! Клавиатура! О, просадки не, просадки на Твиче пошли. Мацани тут ни при чем. Подчеркивание, пилгрим ебун колдучий. Да. Это все через клавиатуру, оказывается, отдается. Охренеть! Вот это поворот. Так, сейчас подождем, пока просадки закончатся. Пока не заканчиваются. Я тут буду пропадать, как батарея горячая. У тебя батарея на телефоне горячая или как горячая батарея пропадает? Прости, я не понял, Бонни. Хорошо, без проблем. Не переживай по этому поводу. Вообще не переживайте. Я сегодня на счетчик зрителей не... А, ты, тебе, у тебя, это я помню, да, это я знаю. Блин, я думал, в смысле, ты будешь пропадать, как горячая батарея. Я думаю, что это вообще значит? Так, ребят, ну что-то дропы не прекращаются, я не знаю даже. Не переживай, Бонни, если нужно отдохнуть, отдыхай. Болезнь штука такая, что лучше уж себя пожалеть, потом целее будешь. Ты меня без согласия не обнимай. Ты когда заходишь на стрим, ты уже подписываешь лицензионное соглашение, что я могу делать с тобой все, что захочу на стриме. Блин, дропы не пропадают. Короче, чат, я перезапущу стрим. Блин, YouTube, прости. Опять разделится. В плейлистах снова будет эпизодов больше, чем их есть. Сейчас я перезапущу на другой сервак, и может быть это пофиксится. Ну, потому что это опять на стороне. Ой, слушайте, а давайте я перезапущу.